Адлер, вечер, брат. Смотри. Ёкарный бабай. Короче, трассу затопило. Прям неплохо так. Ночь на 5 ноября автомобилистам Сочи пришлось не сладко. Дорога в Сириус оказалась под водой. Из-за залпового ливня, выпавшего в южной части Сочи, сотрудниками ГИБДД экстренно перекрыто движение на участке Адлер – веселой федеральной трассы А-147. На откачке воды с дороги заняты две единицы спецтехники, оборудованные насосами. И вот к утру дорогу удалось восстановить для движения. На вечер 5 ноября синоптики передают неутешительные прогнозы. Возможны новые наводнения из-за дождей. Ёпты, плывем.